Прежде чем начать, у меня небольшое объявление. Объявляется конкурс на видеозаставку к летсплею PS2. Если вы выдумщик еще тот, снимайте. Присылайте ссылку на смешное или просто прикольное видео. Видео должно быть снято лично вами. Лучшие работы обязательно попадут в летсплей PS2. Все подробности читайте в описании к этой серии. Ну а сейчас вы смотрите PS2. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей, сборка PS2, добро пожаловать, и посмотрим, что у нас тут изменилось. Особо ничего, в общем-то, но нам уже перестало хватать электричества. Смотрите, фонари гаснут. Да, потому что я протянул ветку до... Смотрите, вот это вот класс, да? Ну, напоминает иногда вот квартиру вашу, да? Мою, по крайней мере, часто напоминает. Так, значит, у нас тут все, в принципе, хорошо, копается. Я провел электричество аж до этого туннеля. Там дальше наш билдер копает все, что нужно, но постепенно же там же спавнятся мобы. Вот, поэтому приходится прокапывать. Вот, также у меня проблема в том... Ух ты, у меня обгрейдился арбалет, это хорошо. Проблема в том, что у меня вот это электричество, которое сюда подходит, оно только ночью. Ой, где это они все? Ох, их тут много. Они где-то, наверное, вот там под землей или вот там где-нибудь в шахте. Да, будет весело, как говорится. Так, ну ладно, это мы будем прокладывать постепенно. Я что-то рельсы почему-то с собой не взял. Вот он мой билдер, он уже перестал работать, потому что что? А, потому что он достроил то, что ему нужно. Ему нужно уже дальше строить. Вот, а еще у меня проблемка, смотрите, какая. Вот этот туннель, ух ты, за мной кто-то идет, их много. Не будем мы с ними связываться, надо там просто все осветить. Вот, значит, у меня здесь стоит накопитель, где у нас, где-то в сумке, наверное, было. Вот сейчас, как они сзади ко мне подойдут. Не подойдут. Стоит накопитель, который ночью накапливает. Вот у нас 81 тысяча накопилось за ночь. И ночью он будет их тратить. Получается так. Да, сейчас накапливается. Да, сейчас накапливается. Все правильно. Вот, то есть даже утром, когда... А, днем, когда погаснет вот здесь в фонарях свет, вот этот зарядник будет обеспечивать весь день свет в туннеле. Потому что днем там тоже спавнятся. Ну, короче говоря, вообще-то это проблема, это неправильно. Нужно как-то все иначе устраивать. Сегодня я хочу заняться фермами. Причем таких в масштабах посерьезней. Ну, короче, вы видите, какие у меня проблемы с электричеством. Вот, это два вот этих ветряка, их не хватает, получается. Господи, как долго идти с одного конца моей базы в другую. Ужас, ужас. Так, ладненько, мы сейчас поспим, чтобы это все делать днем. И желательно без дождя. Так, дождь, заканчивайся. Все. Твое время кончилось. Так, значит, что мне сегодня понадобится? Значит, мне понадобятся вот такие мельницы. Это из Ancient Wurfo. Вот, они работают. Это водяные мельницы. И их мне нужно немножечко больше. Так, и мне еще понадобятся фермы. Давайте сделаем их штуки 3, наверное. Так, вот я еще сделал. Так, мне еще, наверное, потом понадобится курьер. Но это будет совсем потом. Так, или 4 фермы сделать. Не, сделаем 3. Сделаем 3. Так, а вот мельниц, наверное, надо бы еще сделать. Для этого мне понадобятся железные шестеренки. Так, это значит, мне понадобится железо. Мне понадобятся каменные шестерни. Так, и из них мы сделаем железные. Так, 9 штук. Давайте, пусть будет. Лишними уж точно не будут. Так, как там делаются эти? Да, вот так они делаются. Так, и мне еще понадобится дерево. Так, вот у нас есть немножко дерева. Так, я так думаю, что если поставить на одну ферму две таких мельницы, это будет достаточно, чтобы нормально все работало. Поэтому мы сейчас вот так еще сделаем, вот так. А, мне нужно, если по две, то надо еще, да? Ну ладно, одну оставим с одной мельницей, посмотрим, как это будет выглядеть. Да. Хорошо, а еще мне нужно поставить медь жариться, потому что у меня меди совсем нет, а мне предстоит большие стройки с медью. Ну, в смысле, большие постройки. Короче говоря, все идет к биодизелю все-таки. Вот, биодизель, это, во-первых, непрерывный источник.
Так, тут у нас все хорошо, железо добывается в больших количествах. Я его не успеваю жарить. Я так думаю, что вот с помощью этой штуки уже и нет смысла особо жарить. Так, давайте поставим сюда медь, это железо заберем и сюда подкинем угля. О, пускай 3 стака. Так, и вот тут нужно сделать какую-то штуку, чтобы она сама складывала, наверное, потому что с каждым стаком вот так бегать это не очень хорошо. Да, надо будет как-то переделать. Так, где там были у меня ведра? Потому что нам сейчас понадобится вода. Так, вода у меня где-то тут. Вот она. Так, и еще мне понадобятся апгрейды на фермы, так чтобы на 16 клеток они точно. Так, нам надо понадобиться еще много лесенок. Так, и много ниточек. Где-то нитки у меня тут были, вот они. Ну, с нитками как раз проблем вообще-то и нету. Так, это все убираем. По-моему, нитки вот так, и заборчик вот так. Значит, на 3 фермы мне понадобится 3 апгрейда. О, как хорошо, что мне хватило лесенок. Ну и отлично. Так, значит, план какой? Мы сейчас будем растить коноплю, причем в очень больших объемах. Как на самые настоящие наркодельцы. Так, начнем мы где-то вот отсюда. Я здесь задумал, где тут моя карта? Вот она, моя карта. 16 клеток, это у нас по сути чанг. Смотрите, как красиво выглядят 3 чанка. То есть здесь запросто поместятся 3 фермы. Так, вот эти скелеты, они по-любому меня сейчас достанут. Поэтому мы достанем их первыми. Да, это у меня подземный туннель для того, чтобы был переход на ту сторону. Вот, но так как он в процессе строительства. Вау! Ничего себе! Согласен, этот скелет был крут. Так, значит, где-то вот отсюда пойдет ферма. Наверное, мы как-нибудь вот так построим место, где будет литься водичка. Так, ну мы, наверное, сейчас нальем просто воды, чтобы был бесконечный источник. Так. Здесь будет стоять двигатель, вот тут будет стоять ферма. Точно. Так, где наши фермы? Так. Теперь на нее нужно поставить апгрейдик. Так, поставили. И выставить правильно количество. Так, нам надо вправо увеличить, влево, ой, извините, влево сдвинуть саму ферму и увеличить по высоте ее еще. Вот такенная будет ферма. Прекрасно. Так, ну и, наверное, аналогично будет у нас здесь, да? Как-нибудь вот так. Так, здесь двигатель, вот тут ферма. Так, стоп, сначала апгрейд. Так, и тоже выставляем по высоте, сдвигаем влево, тут тоже, опа, назад, тут тоже увеличиваем. Я понял, вот этот мой карьер из этого же мода, он походу был какой-то глючный. Так, вот такая будет ферма стоять, отлично. Потому что он что-то сдвигал совсем не так, как нужно сдвигать. Вот, а правильно вот сдвигаются именно фермы. Так, это сюда, это вот так, и тут тоже увеличиваем. Так, максимально вправо, максимально вниз и сдвигаем влево. Так, еще бы нам неплохо прокопать канавки. Так, значит, здесь у нас вода уже будет, да? Да, здесь у нас уже вода будет. Так, давайте пойдем-ка оттуда. Вообще, ладно, мы, наверное, не будем рассчитывать на эту воду. Как-нибудь иначе сделаем. Так, а я там вообще правильно поставил? Да, вроде да. Вроде да. Так, а ну-ка давайте сразу наберем воды. Сделаем везде источники. Так, значит, у нас получается 1, 2, 3, 4. Вот отсюда пойдет вода. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И тут тоже будет вода. Так, и она будет хватать, ее будет хватать еще до туда вам. Так, хорошо.
Дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тут еще будет вода. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вот тут будет вода. Отлично. Так, все, красота. Осталось теперь расставить вот эти двигатели. Одну мы, наверное, поставим. Так, да, тут нужно сделать поток воды. Так, вот тут забираем и вот тут забираем. Во. И вот так ставим. Отличненько. Так, здесь получается можно сделать еще вот так. Да. Так, и поставить вот так. Ах ты, черт, немножечко не так я поставил. Если честно. Здесь-то должен как раз двигатель стоять, а вот тут должен быть поток. Соответственно, идти он должен отсюда. Так, ну так тоже, в принципе, можно. Так, ставим мельницу так и ставим мельницу так. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Это даже клево выглядит. Так, ну и здесь получается тоже. Вот тут пророем. Так, и поставим мельницы. Ну, заодно посмотрим, будет ли справляться. Так, надо здесь воду забрать. Вот тут. Так, и вот тут воду забрать. Чё, не? Не поток? Разве? Так, а вот это кто у нас тут вспахивает землю? Это же за областью фермы. Так, давайте ее уберем, поставим заново. Мне не нравится, как она стоит. Ой. О, крутится. Прекрасно. Так, кто стрелял? Ничего себе. Так, ладно, пора спать, я так думаю. Так, мельница мы поставили. Теперь надо туда запихнуть семена. Вот, и посмотрим, какой будет у нас урожай. Так, семена у меня где-то тут были. Так, сейчас мы, наверное, вот это лишнее поубираем. Железо пока сюда закинем. Медь надо поставить еще жариться, наверное. Также неплохо бы сделать... Что мне постоянно сундуков не хватает? Так, сделаем-ка мы много сундуков. Все равно пригодятся. Так, сундуки есть. И под воронку сделаем железо. Так, вороночка. Хорошо. Так, а я вообще пришел за семенами, да? Так, где тут наши семена? Так, семена мне нужны не эти, а такие серенькие. Так, давайте поищем их, наверное, по уму. Так, вот они, эти семена. Забьем весь инвентарь. Все, конец. Так, тут, в принципе, можно тоже позбивать сразу.
Ну ладно, это чуть-чуть позже. Так, а пока что мне нужно там автоматизировать вот этот процесс выдачи металлов. Так, как бы его так покрасивее поставить. Да просто ставим сюда сундук, да и все. Так, вот так. О, прекрасно, это все пошло туда. Хорошо, так, это мы чуть-чуть добавим. И угля тоже немножко добавим. О, хорошо. Так, это все пока сюда. Железо сюда. Так, и медь пока тоже сюда. Все. Ну что, пошли сеять тогда. Так, когда же переделаю эти провода-то, а? Вот вопрос. Так, фермы вроде бы работают. Да, это хорошо. О, яйцо нашел. Так, ставим семена. Они, по идее, сейчас должны здесь все зарасти. Сделать еще один двигатель, туда тоже поставить. Ну ладно, посмотрим, будет ли отличаться вообще. Так, сюда тоже мы семена позакинем. И сюда тоже семена. Отличненько. Так, а вот здесь я запланировал, как раз место будет тоже, наверное, что-то типа такого же здания. И здесь будет место для переработки. То есть мы здесь будем делать дизель. А чтобы делать дизель, сами понимаете, нужно... Нужно сначала построить специальные установки. Так, поэтому мне понадобится много меди. Я ее, в общем-то, за этим и поставил туда жариться. Медь мне, слава богу, добыли мои шахтеры. Почет им великий за это дело. Так, меди у нас вот столько есть. Вот, потому что этот карьер медь не добывает. Никель, пожалуйста, железо хоть завались. Вот, а меди нету. Но я для меди, конечно, нашел чанг отдельный. Но боюсь, что этого будет маловастенько. В смысле, не маловастенько. Меди-то как раз было бы много. Где-то там у меня медь есть. У меня даже где-то здесь золото есть, если честно. Вот я здесь таблички ставил, что вот в этом чанке, видите, золото. Вот, где-то еще есть медь, по-моему, даже вот тут. Да, вот она, медь. Вот, но это ж надо строить еще одну установку. Вот. А у меня пока что... У меня пока что просто мало энергии. Так, хорошо. Что мне там нужно? Мне нужно сначала взять книжечку и посмотреть, чего там у нас в книжечке есть. Так, а еще повыкидывать лишнее. Всякие палки, хлеб, кости, доски, землю. Отличненько. И сундуки вот сюда. Яйцо сюда. Так, значит, смотрим. Вот такая вот биодизельные установки. Значит, нам понадобится вот такую сначала, которая будет из семян, я так понимаю. Да, сквизер. Делать как бы типа масло, что ли. Вот. А потом масло с биотопливом получится дизель. По-моему, так. Так, значит, здесь нам понадобится 8 индустриальных сквизеров. Так, смотрим. Индустриальные сквизеры. Где-то у меня они тут, я их находил. Так, вот он, да, сквизер. Для него понадобятся, во-первых, пистоны, во-вторых, вот такие вот штуки, в которые как раз и делаются из меди. Так, ну давайте попробуем. Так, мне нужно 8 штук, то есть мне нужно 4 рецепта. Так, для этого понадобится железо много. Так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну ладно, там все равно понадобится. Так, есть. Получается 8 пистонов. У меня пистонов 10. Зеленая краска. Так, где-то у меня ее было много, потому что я помню, стак кактусов пожарил. Так, вот она, зеленая краска, отлично. Так, я так что, получается, могу его уже сделать? Да, могу. 8 штук есть. Так, и понадобится также 19 Light Engineering Block. Ну, по сути, это 20. Или, в принципе, у меня один есть в запасе. Вот он. Значит, тогда 18. 9 рецептов. Так, делается оно вот так. Значит, мне нужно 18 вот таких штук. Так, у меня есть один. А мне нужно еще... Так, 14, 15, 16, 17, 8... Ух ты, 20. Ладно. Так, опять же понадобится много меди и железа. Так, медь у меня 50 штук есть, осталось железо набрать.
Так, о, как раз 20 рецептов, 21 даже. Вот, штука хорошая есть, отличненько. Давайте ее, наверное, сразу построим. Вот, а потом нам, наверное, надо будет нанять курьера, который будет таскать вот эти все семена. Кстати, уже ферма засеялась. Отлично. Ну да, один двигатель, конечно, сдает. Но я его, в принципе-то, построил самым последним. Хотя нет, я ставил вроде бы почти все одинаково. Ну, не хватает энергии. Ему сейчас нужно сначала все вспахать, потом он будет садить семена. Так что здесь он, видите, просто уже все вспахал. Ну и хорошо. Кстати, надо здесь какой-нибудь свет поставить. Я хочу сделать прожекторы. Точно, мы потом сделаем прожекторы. А пока что где-нибудь вот тут, значит, в начале цикла нашего... Где-нибудь вот тут будет стоять вот эта установка. Так, я так понял, что она делается вот таким образом. Так, здесь ставится, по-моему, вот так. И сверху накрывается. Так, так и вот так. И, по-моему, молоточком бьется в центр. Нет? Или я ее неправильно построил? А ну-ка, покажите мне слои. А, в центре блок нужно. Я что-то решил, что там пусто должно быть. Где моя кирка? Вот она. Так. И так. И вот так. Вот. Дизель есть. Отличненько. Так, это у нас все входы. Это, наверное, у нас все входы, да? Так, там нужно подавать энергию. Ну и подавать мы, наверное, будем... Надо подумать, как лучше сделать. Мне вот эта генераторная штука вообще не очень нравится, если честно. Во-первых, вот это все, по-моему, какой-то я бред наделал. Давайте немножечко переделаем. Надеюсь, я ничего не потеряю в плане энергии. Так, вот это все мы забираем. Так, тут ничего не отвалилось. Ничего не отвалилось. Я так думаю, что нужно всю энергию нам наверх передавать. Да, поэтому мне, наверное, нужна еще одна такая труба. Или, в принципе, можно просто ее немножечко повернуть вверх. Да. Где-то вот отсюда. И вот туда наверх ее загнать. Так, так, так. О, прекрасно. Там даже лишний один кусочек. Точнее говоря, он даже не лишний, а как раз тот, что нам нужно. Вот. И если мы поставим вот эти накопители просто... Вот здесь. Чик и чик. Так, здесь у нас получается не вход, а выход получился. Поэтому мы сейчас переделаем на вход. О! Хо-хо-хо! Как поперло-то. Так, что-то оно аж красное почему-то. Офигеть. Так, и вот отсюда у нас будет выход наверх как раз для проводов. А что оно такое аж красное? Просто большой поток был. Так, и где-то вот тут у нас... Так, стоп. Где-то вот тут у нас получается выход. Так, я сейчас боюсь, что я попаду как раз... Да нет, вроде бы не попал. Так, и вот тут у нас тоже будет выход. О, замечательно, замечательно. Так, значит, здесь делаем, во-первых, выход и выход. И вот тут ставим как раз вот эти вот штуки. О, красиво. Красиво, красиво. Так, а теперь мне надо сделать столбы тогда. Так, там пускай накапливается. Вот. Надо сделать столбы и нормально все это замутить. Пока у меня там конопля растет. Так, значит, столбы мы будем делать, естественно, из стали, чтобы это было красиво, как настоящие столбы. Ну, алюминий это дорого. Так. Где-то у меня тут было прямо много стали. Вот оно, да? Так, и стали, по-моему, делается это вот таким образом. По-моему, вот так. Потом как-то вот так. Это заборы. Так, а как делаются вот такие штуки? Сразу по 6, да? Угу, я много стали потратил сразу. Ну, ладненько, это не проблема. Сталь у нас, слава богу, делается на вот этом столе. И быстро. Так, это так. О, отличненько. И давайте сразу поспим. Так, и вот эти столбы надо пораскидать. Получается, вот тот бред весь убрать, к нашей этой штуке подвести. Да, да, будет клево.
Так, значит, делаем забор, получается. Из забора можно делать так. А вот как вот эти уголки делаются? Понятно. Так, 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 так. Вы, конечно, а вот это что такое? Настил скейфат. А, ну это эти самые лесенки. Тоже хорошая штука, кстати. Так, но ну нам нужно вот именно вот это. Так, делаем так. Здесь тоже делаем лесенки. Так, и из вот этого делаем уголочки. Давайте, вот столько пойдет, я думаю. О, нормалек. Так, мне еще понадобятся, конечно же, высоковольтные вот эти штуки и провода, наверное. Я, конечно, там могу пообрезать. Кстати, а как тут кусачки делаются? Здесь же есть кусачки, чтобы обрезать провода. Вот они. Так, это нужно вот такие палки. Так. И, по-моему, из железа, да? Да, отлично. Так, все железо нафиг. Так, палки вот эти убираем. Так, вот этих проводов у меня что-то получается маловато. Что у нас тут нужно? Сталь и алюминий. Алюминий у меня, конечно, есть, но он вот аж тут, вот аж в таком виде. Поэтому мы сейчас закинем там, где медь, заберем, во-первых, медь. Вот, и заставим алюминий жариться. Так, ну а в конце концов, вот эти провода у нас тоже ж пойдут. Ну-ка, давайте отпилим чуть-чуть. О, прекрасно. Так, вот этот весь позор надо убрать. Так, а вот это все сломать. И вот эти столбы. У нас тут будет именно высоковольтный столб. Так, ну и, наверное, стоять он будет тоже где-то здесь. Так, мы, конечно, не будем выделываться с этими столбами. Мы их сделаем такими очень простенькими. Так, я его не так сделал. Не крутится он, не крутится. Так, ух ты, черт. Так, ну, в принципе, можно как-то его... Ладно, пускай будет вот такой. На него бы еще какой-нибудь фонарик повесить, было бы вообще замечательно. Так, где тут у нас вот такие штуки? Так, здесь-то мы... Ну ладно, здесь мы потом соединим. А вообще, кстати, я бы хотел сделать рычаг так, чтобы можно было ее отключать. Вот это хорошая идея. Или мы можем поставить рубильник так, чтобы просто всю эту ветку отключать. Да, мы где-нибудь в начале этот рубильник поставим, точно. Так, это мы сейчас соединим. Так, а там где-нибудь пойдем поставим еще один столб. Я так думаю, что его нужно прямо по касательной, так сказать. Я так думаю, до сюда где-то достанет эта штука. Поэтому мы ставим сейчас столбик. Ну, где-то прям тут. Да, я думаю, достанет. Так, да повыше его ставим. Вот как раз на этом уровне. Так, и вот таким образом ставим его. Нельзя сказать, что прям супер хороший. О, кстати, по ним можно ползать. Это клево. Так, сейчас мы сюда подцепим эту штуку. Ух ты, блин. Ползать по ним можно, но можно и упасть. Так, и провод. Где мой провод? Блин, он у меня не выбран. Так, ладно. Сложно лазить, оказывается. Вот я не знаю, я сейчас подцепил или нет. О, сейчас точно подцепил. Так, я, оказывается, могу лазить по проводам. Ой, по столбам. Так, а еще я жутко голодный. Так, слишком далековато, да? Так, ну ладно. Ладно, поставим где-нибудь еще здесь, столбик чуть-чуть пониже. Так, где у нас эти штуки?
Так, может быть, как-то под углом его. Во. Вот так, я думаю, он точно достанет. Так, это вот тут, где-то вот тут. Ну и потом наискосок. Не знаю, должен достать. Так, и в нашем доме там тоже поставим, получается, этот самый. И, короче, я хочу, чтобы у меня... Смотрите, в чем тут прикол. Здесь он поровну делит. Так, так. И вот я хочу, чтобы, получается, одна ветка пошла на мой карьер. Так, а это стоять будет все как? Ну, наверное, вот так и будет стоять. Так, ох, не достанет он, ох, не достанет. Я уже чувствую, что не достанет. Сейчас мы проверим, конечно. Так, и сюда. Так, слишком далеко опять же. Ну, значит, здесь надо будет ставить. Да. Так, ладненько. Мы тогда давайте соединим хотя бы вот это с этим. Так. Так, хорошо. Вот, и, ну, наверное, построим еще один столб. Сколько у нас там есть же? Есть. Так, надо было сразу подключиться. Так. Да, и столбы мне, конечно, не нравятся. Надо, конечно, было делать нормальные сразу. Ну, в смысле, так, чтобы они мне нравились, по крайней мере. Так, и где-то вот так пойдет еще один столб. Высоковольтный. Так, так. И так, да? Вот. Это сюда. Так, вот эту штуку. Тихо. Ах ты, черт, упал. Так. Чик, подключили. И еще один, который подключаем туда. Так и значит, дерево будет мешать. Я уже вижу это. Ха-ха, нет, не помешало. Отличненько. Так, значит, дошло, и он у нас уже заработал, причем со страшной силой этот наш карьер. Вот, протянули все-таки. Так, здесь надо для красоты все-таки подровнять. Так, ну и повесить для красоты, опять же, гирлянду эту. Вот, возможно, вторая линия у нас еще пойдет. Так, а вот туда пойдет как раз все остальное. Так, вот это все можно уже убирать. Потому что оно мне тоже пригодится. Так, кроме того, что убирать, надо еще и вот эти штуки убирать.
Ладно, потом уберу. Так, и вот это убирать. Ох, не хватает электричества, не хватает. Надо взять все-таки от генератора немножечко. Или поставить еще ветряков. Да, что было бы, наверное, правильно. Так, ой, я уже много времени наснимал. Так, а теперь я хочу подключить наш дизельный генератор. Тем более у нас там уже, наверное, конопля подросла. И самое время его ставить. Так, 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 так. Мы сейчас, наверное, пока вот так будем залезать. Так, и здесь поставим коннектор вот такой. Ага, туда оно не достанет. Наверное, поставим еще один столбик. Где-нибудь вот тут. Да, потому что он здесь нужен. Так, о, как раз хватило. Так. Ох, скорее всего, оно не достанет. Уже чувствую. Тихо-тихо, не падай. Так, я там провод, интересно, подцепил. Я уже сам не помню даже. Да, подцепил. Отличненько. Чик. Так, и это можно будет туда. Чё-то я это опять голодный и больной. Так, здесь мы поставим вот эту штуку. Так, вот эту штуку. И подключим. Отличненько. Так, ну и все, и можно там теперь подключать. У меня как раз последний провод. Так. Итак, прекрасненько. Прекрасненько, прекрасненько. Так, ну что, теперь можно закидывать семена. Пускай он из них делает масло. Мне еще одна другая машина будет нужна. Так, что там наши фермы выдавали нам? Так, это есть, но семена у нас, получается, идут сразу в расход, как говорится, да? Так, здесь еще хотел фонари большие поставить. Так, тут уже у нас добывается. Все у нас тут добывается уже хорошо. Так, вот эта штука, я так понимаю, уже... А ей, случайно, вода не нужна? Да нет, вот все, начала работать. Ну, достаточно хорошо так выжимает. Ну все, работает и хорошо. Так, вот такие вот у нас уже пошли технологии. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели. И всем пока.